Четверо ушей у перелеску. Жил-был один маленький, кругленький, строкатенький, черно-белый клубочек. Коли он народился, все казали, який ж пригожий у нас трусик. А якщо он тешился, ухти! Его почали называть ухтиком. Але маленькие пухнатые клубочки нараджаются не только у трусов. У той самый день на свет з'явился и маленький зайчик. Ён весь час робил «Ахти!» Яго почали кликать ахтиком. Як вушастые натерпелися. Трусик и зайчик поселились на одном перелеску. Ахтик под высокой сосной, а ухтик на другом конце, под безовым кустом. Разом им было вельми весело. Але гэтая раница была неудалая. Глянь только, трапятунчик, якая залева. Навод до ахтика не сходить. Барани Боже, в уши промочу. Ты простыл? Я зраблю гарбаты. Ухти, воды больше нема. Поможите! Я все выправлю, не бойся. Ты навод чхнуть два раза не поспеешь, а уже будешь сухий. Вот и все. Будь осторожный. Ты ж себе горш робишь. Ты мог бы долететь до ахтика. Передай ему привитание. Сподяюся, он меня не забыл. А лишь сказать легко, а зробить тяжей. Гэта тычыцца и трусиков, и мотыльков. Тобі вже лепш? Добре, що хоч тобі. Ведаєш, я б хотів ведати, що тепер робить ухтик. Ми вже довго не бачилися. Калі дощ не пройде, він може забудеться, що ми сябри. Журиться ахтик, а у хатці ухтика так само сумно. Тільки я знайду сябра, до його одразу ж розмакає стяжинка. Ды на агул, ці я для ахтика ўсё яшчэ сябар. З такімі кароткімі ножкамі я да яго нават не дайду.
Ура, дощ пройшов. Так я могу сам спитати у Ахтіка? У мене ж колір Ахтіка. Ой, ти котлета? Я не котлета. Гэта я, Ахтік. Як хороша. Бачиш, тепер ми однолькавыя. Слухайте, котлета, яким правом ви говорите голосом моего сябра? Я не говорю нічиїм голосом, я Ухтік. Ти? Що ти тут робиш? Я біг до тебе в гості і захраз тут. Гэта ўсё таму, што я хацеў цябе ўсцешыць. Трэба было застацца чорна-белым. Хіба гэта мая віна? Ідзі адсюль. Я і пайшоў бы з вялікай радасцю. Але як, калі я не магу рухацца? Ахтік. Гэта так мило, что ты выправился за мной по таким дажджы. Так мило, что ты хотел быть руды, як я. Сами яны рады не дали. И засталося им только чакать наступного дажджу. Урэшце гэтае доўгае чаканне зусім не было дарэмным. Ухтік ды Ахтік за гэты час зразумелі, што важны не кажушок, а тое, што ў ім хаваецца сябар. Пераклад Вераніка Бялькович, чытала Руся Шукюрова.